Всем привет! И сегодня мы проведем обзор пауэрбанка от компании Xiaomi на 20 000 мАч. Пауэрбанк выпускается в пластиковом корпусе, обладает технологией быстрой зарядки и стоит разумных денег. Ну что же, начнем наш обзор. Поехали! Пауэрбанк поставляется вот в такой белой коробке. На лицевой стороне имеется логотип Mi. С левой стороны располагается наклейка с уникальным кодом устройства, с помощью которого можно проверить гаджет на оригинальность. Здесь же располагается штрих-код. На правой стороне имеются технические характеристики. Емкость 20 000 мАч, модель устройства, зарядка пауэрбанка через порт microUSB, зарядка гаджетов от двух портов USB. При напряжении 3,6 вольт емкость пауэрбанка составляет 20 000 мАч, что соответствует 72 ватт-часам. А при напряжении в 5,1 вольта, что в реальной жизни и требуется для зарядки гаджетов, емкость пауэрбанка составляет всего 12 700 мАч. Соответственно, делаем вывод, что полезная емкость для зарядки гаджетов составляет всего 12 700 мАч. Поддержка входного тока 5 вольт 2 ампера, 9 вольт 2 ампера и 12 вольт 1,5 ампера. На выходе два USB порта на 5,1 вольта, 2,1 ампера. Максимально одновременно оба порта могут выдать 3,6 ампера. Ну что же, давайте теперь откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри у нас имеется сам пауэрбанк, microUSB кабель для зарядки и инструкция на китайском языке. Вот так выглядит инструкция. Вот так выглядит кабель зарядки. Его длина составляет 32 сантиметра. На одном конце имеется изображение молнии, что, по-видимому, означает поддержку быстрой зарядки. Вот так выглядит сам пауэрбанк. Устройство выполнено полностью из пластика и имеет приятную рифленую поверхность. Вес гаджета в районе 300 грамм. Габариты можно оценить в сравнении с iPod Touch, имеющим диагональ 4 дюйма, и LG G3 с диагональю 5,5 дюйма. На лицевой стороне пауэрбанка располагается логотип Mi. С правой стороны имеется кнопка питания и проверки уровня заряда устройства. Снизу указаны технические характеристики. Сверху располагаются два USB порта на 2 ампера для одновременной зарядки двух устройств, порт microUSB для зарядки самого пауэрбанка и 4 светодиодных индикатора уровня заряда устройства. Если горят все 4 или мигает 4-й светодиод, то заряд находится в пределах от 75 до 100%, 3 светодиода от 50 до 75%, 2 светодиода от 25 до 50% и 1 светодиод означает, что заряда осталось примерно от 0 до 25%. Powerbank поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 2.0. Это позволяет при использовании соответствующего зарядного устройства уменьшить время зарядки Powerbank на 44%. Высококачественные компоненты, как заявляет производитель, позволяют добиться КПД до 93% и увеличить срок эксплуатации устройства. Контроллер от Texas Instruments с 9 сторонами защиты позволяет защитить устройство от перезаряда, чрезмерной разрядки, входной-выходной перегрузки и других вредных воздействий при эксплуатации пауэрбанка. Произведем полную зарядку пауэрбанка от 0 до 100%. Для зарядки будем использовать 2-амперный USB порт сетевого фильтра Xiaomi, напрямую подсоединенный к тестеру, и комплектный USB кабель. В итоге пауэрбанк зарядился от 0 до 100%, точнее загорелись все 4 светодиода, за 17 часов 10 минут, а входная емкость устройства составила 17 000 мАч. Но хотя 4 светодиода уже горят, зарядка пауэрбанка продолжается, хоть и сверхмалым током. Так, через 62 часа пауэрбанк зарядился до 18 300 мАч. Теперь с помощью пауэрбанка произведем последовательную зарядку различных гаджетов iPod Touch, LG G3 и iPad Mini до полной разрядки пауэрбанка. Нужно отметить, что производитель рекомендует для зарядки гаджетов использовать их собственный USB кабель, а входящий в комплект кабель использовать только для зарядки самого пауэрбанка. По результатам тестов выходная емкость пауэрбанка составила 12 500 мАч. Этот объем энергии устройство передало за 14 часов 30 минут. Что же в итоге? Несомненно, устройство с такой емкостью и высококачественными компонентами заслуживает внимания. Одновременная зарядка двух устройств, продвинутый контроллер и функция быстрой зарядки делают данный пауэрбанк не только быстрым и удобным, но и надежным. Из особенностей хочется отметить, что устройство такой емкости обладает довольно внушительными габаритами, и как пауэрбанк на каждый день я бы порекомендовал устройство поменьше.
Также, если вы захотите воспользоваться функцией быстрой зарядки, то вам понадобится соответствующее зарядное устройство. От обычного же порта USB Powerbank будет заряжаться долго и мучительно. Ну что же, это был обзор Powerbank от компании Xiaomi на 20 000 мАч. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!